И о спорте. В Махачкале прошли зональные соревнования первенства Дагестана по волейболу среди девушек 2001 года рождения и моложе. Как и ожидалось, в центральной зоне призовые места разыграли фавориты. Чемпионом стала первая команда Махачкалы. Второе и третье место, соответственно, заняли дружины Каспийска и Махачкала-2. В спор за призовые места пытались вмешаться дружины из населенного пункта Каякента, а также из Кизилюртовского и Буйнакского районов. По итогам турнира команда-победительница и призеры получат путевку на финальную часть республиканского первенства. Намечено оно на середину февраля.